Вот так сушим рыбу. То есть купили рыбу, она была мокрая, влажная. Сейчас она уже подсыхала, подсохла. Ну, то есть она уже нормально стала. Берем простой лоток. На лоток мы положили рыбу, подержали полдня, перевернули или день. Потом опять перевернули их. И получается, вот за буквально за 4-5 дней она высыхает. Так что вот такой хай-флаг, полезный совет. Прошу взять на заметку. Вот таких лотков. Мы как это, ну, за бани у кого-то. Так что найти их можно везде. И не нужно там строить там какие-то либо там террасы для них, вешать ее, ну, то, чтобы она висела. Она так прекрасно сохнет, потому что здесь воздух проходит вот в эти самые места под рыбой. Она хорошо обдувается, она хорошо вентилируется, вентиляция воздуха. То есть этим зря вы не пренебрегаете. Ну, теперь, я думаю, будете знать и будете так делать. На этом все. Пока.